находится самый старый дацан в нашем Забайкальском крае. Приехали вчера поздно ночью, протянули лагерь на берегу Анона, легли спать, и вот сегодня утром у нас в планах позавтракать. Уместить человека больше не мы. И поедем за 20 километров в какое-то село, где у нас будут лошадиные съемки. Съемки с лошадьми, с воинами. Съемки достаточно сложные. Это так согреться, конечно. Ты не вышла? Не, свою букву я забыла. Это чье? А, патронтаж. А тут дочь? Не, вот это мое, я в нем снимаюсь. А, патронтаж твой? Патронтаж мой. А, вот, здорово. Вот так фотографируйте, шаяные нас. Что за актер? Попой спиной. Я камер так боюсь, да? Не, давайте без вот этого. Ну как? Не нужно красиво. Рабочий момент. Ваша задача не очень сложная, то есть вы все великолепные наездники, мы сейчас выйдем в степь, вот у нас есть кусочек, где нету ни столбов, ни пашни, ни дорог, вот такая степь. можешь оказаться, извини. Стойте. Карабалта зовет переводчика, дубль 2. Внимание. Зо! Ума Шаниханова! Дубль 4. Внимание, дзо! Я удар. Через меня вы будете разговаривать. Его зовут Карабалта, что означает черный топор. У него очень крутой нрав. Все свои проблемы он решает вот так. Отлично, сяпа. На реке Анон, где происходят мероприятия по съемке продолжения фильма «Угадычи» возле Сугольского дацана. Приехала большая команда актеров, любителей из города Краснокаменска. Действия происходят на территории Лавянинского района и Могойтувского района. Сейчас находимся на реке Анон, готовимся к ужину после трудного рабочего дня. Актеры голодные, как волки, поехали за котлом, развели костер. Настроение бодрое у всех, готовимся к ужину. Все дружные ребята, всем интересно. занимательно. Не, ну а что мы будем в грязи сидеть? Еще вот так свои потом туда. Нет. Что возможно, надо жить. Для наших телезрителей. Маринуем мясо. Здесь сталкиваются две школы кулинарии. Кавказская и мардинская, да? Мы будем свидетели батл, да? Нет. Кулинарный батл, да. Как мы общий котел гастрономический. Нет. Оргазм гастрономический. Это как? Знакомое слово. Это куда? Это всем. Это вот из барана. Вон там лицо было, кстати. Какое лицо? Это мучача с мачете. Покажи, что у тебя здесь. Покажи, что это. Универсальная мачете. Мачете, да? От слова мочить, да? 6, 7, 8. Здесь 7. Там 8, значит, да? Да, наверное, да. Вот эту достаем, значит, где 7. То есть это убирать? Где 7 убирать. Андрей, где 7? Который вы поставили? Да, да, да. Сколько? 8 здесь, да? Да, да, 8. Любитель травы и хорошего времяпровождения. Он конечно, младший. Он же Че Гевара, он же Габар, он же Андрей. Для близких друзей индус. У Могилевской я видел в телефоне так забито. Давай. Торжественное открытие под Хамос. Да. На реке Анон. Специально на день рождения другу играется эта веселая песня. Самая веселая. Продолжай сбивать, вот так продолжай сбивать. Валерий Геннадьевич, я же последил. Хочу конфет. Не купаться в реке, не лежать на пляже, ничего не надо, если друга нет. Ярко светит солнце, и земля согрета, бабочки летают, все цветет вокруг. Я пою об этом, потому что лето, потому что рядом. А, сейчас я заберу, где моя водка? Наезд такой. Будет праздничный день. Сколько лет, никто не знает. Кто? Примерно. 18. Здесь вас ты слишком прошарен. Ты гордись этим? Я горжусь. Сколько ты раз уже гордился? 37 раз. Не загордись. Не возгордись. А то будет там 50. Ладно, никто больше не хочет пивать за день рождения моего друга, товарища. Смотри, Валерий Борисович такой последний товарищ. Вот, реально души поздравляю тебя с днем рождения. Хотя для меня это странный праздник на самом деле. Для меня это повод собраться с друзьями. Да? Да. А мы повод замечательный. Мы снимаем кино. Опять вестерн. Опять вестерн. Как говорится, что бы не снимали, получается вестерн. И у тебя что тут день рождения? Да, на съемках, на съемках что это всего лишь. Давай я это сделаем хорошую традицию. Некоторые, как дураки, пьяные с бани летают в Питер, а мы снимаем. Мы на съемке. Кто хочет еще, чтобы день рождения во время съемок фильма?